Я знал, что у нас есть проблемы. Что, все так плохо? Наш брак гибнет? Нет. Нет, брак умирает, когда перестаешь стараться. А ты никогда не переставал стараться. А я подумала, может, я перестала. О чем ты говоришь? Я думала только о себе. Хотела изменить привычную жизнь и отправиться в экзотическое путешествие. В этом нет ничего плохого. Я был идиотом, думая, что запертые в машине мы станем ближе друг к другу. Но ты сделала это ради нас. Ты старался изо всех сил, чтобы сделать поездку запоминающейся для меня и детей. А я этого не оценила. Не говори глупости. Я заставил тебя пройти через такое дерьмо. Окунуться в него с головой в Арканзасе. Ты заслуживаешь лучшего. Лучшего, чем ты? Сколько мужчин пожертвовало бы своей карьерой ради семьи, как ты? Да ничем я не жертвовал. У меня есть все, что я хотел. Дебби. Да? Будешь ли ты и дальше моей женой? А я уж думала, когда ты вернешь мне кольцо. А я думал, нужно ли оно тебе? Нужно. Погоди минутку, мы что, займемся этим? Ну ладно, я тебя жестко отымею. Раз. Что? Иди закрой дверь. Я сейчас жестко закрою эту дверь.